Мне тут в субботу позвонили в 7 утра с неизвестного номера. Я поднимаю трубку, там незнакомый мужчина говорит: «У вас есть повидло?» Я думаю, интересно, какой правильный ответ. Я говорю: «Ну нет». Он говорит: «Как нет? Я же вас в пятницу брал». Я говорю: «Ну раскупили». Раскупили. 7 утра, вы видели время? Вы бы еще в 8 позвонили. Вы что, думаете, вы один такой? Сама думаю, что это за звонок из прошлого. Думаю, сейчас же невозможно купить повидло. Я даже загуглила, нет такого продукта повидло. Но я продолжаю разговор, говорю: «Раскупили». Он говорит: «Что же делать?» Я говорю: «Ну, ждите следующего урожая, что делать?» Потом смягчилась, думаю, мало ли что там у человека. Говорю: «Ну, вообще есть, конечно, способ. Есть человек, он смазывает повидло с бутерброда в детском саду. Но это подороже будет, потому что получается повидло со вкусом разбитых детских сердец».